Здравствуйте, с вами Android Androidыч. Сегодня хотел рассказать о новинке. Игра называется Iron Knight. Она представляет из себя ролевую игру, а появилась совсем недавно. Минус данной игры таков, что она требует постоянного доступа в интернет. Вот, это один из ее минусов. А так графически очень красиво сделано. Крутая 3D графика, крутой сюжет. Я как понимаю, можете в команде до 4 человек играть. Сможете прыгать свое оружие. Около 1000 различных вещей вам встретится на пути. Ну, очень крутая игра. Вот. Сейчас идет ее загрузка. Перед началом того, как вы скачаете игру, ну, допустим, вы скачали игру, да, первого подключения, первого запуска игры вам достаточно много всякой объем данных придется скачать. Управление как осуществляется? Вот мы так передвигаемся. Вот наш персонаж, жизнь, наш уровень. Для того, чтобы ударить обычной атакой, вот мы ударяем. А для того, чтобы ударить специальной атакой, она у нас постепенно копится. Так нажимаем, мы ударяем каким-то мощным ударом. Видите, она у нас накапливается. Как вы видите, можете оценить, графически очень красиво сделано. Так, мы можем даже какую-то... Если держим кнопку, у нас, понимаю, возникает комбо. То есть, если мы эту кнопку нажимаем, у нас комбо из 4 ударов мы сделаем. Для того, чтобы эти ворота нам пройти, нам нужно уничтожить этих монстров. Они как бы сдерживают это поле, и оно магически нас не подпускает пройти дальше. Давайте его уничтожим. Все, поле разрушено. Еще раз повторю, графика очень симпатично сделана, красиво. Вот. Дальше, что тут дальше? Какой-то уже более злые нам соперники попались. Попробуем, давайте их завалить. Думаю, людям, кому нравится такой жанр, с удовольствием такие игры в такую игру будут играть, с удовольствием. Идем, бежим дальше. Что же будет дальше? Также мы можем делать автодраку. Вот я нажимаю, и наш этот игрок, наш персонаж, он сам воюет с компьютером, вот, с различными врагами. Это для того, чтобы сделано, чтобы... Если вы устали нажимать или просто хотите расслабиться, посмотрите, как он воюет сам. Вы видите, как он сам бежит. Давайте. Собираем сюда, чувак. Что-то он все равно сам бежит. Ну ладно. И какой-то я это... Кристалл тьмы получил. Давайте нажмем. Я как помню, это усиление появляется. И мы сейчас сможем более, так сказать, мощно их... атаковать наших врагов. Врагов достаточно много, мне даже подтормаживает игра. Может, у вас тормозить не будет, я не знаю, но на моем Nexus 2012 что-то игра притормаживает. Так, и мы, как я понимаю, с каким-то с боссом будем драться, которого надо уничтожить. Давайте попробуем его убить. Но, как я понимаю, жизнь у меня сейчас не тратится, это сделано для того, чтобы просто типа обучающего уровня, которому мы объяснили, что и как делать. Вот мы его победили, и нам дали определенный уровень. Вот наш персонаж. Достаточно грозно выглядит, как видите. Меч у него здоровый такой. Так, тут какой-то ролик показывает. Появляется еще один персонаж. Скорее всего, я его тоже могу использовать. Вот тут написано, что я до 4 персонажей могу использовать в бою. Вот, давайте посмотрим, что будет дальше. Значит, происходит загрузка. Тут возникают различные подсказки, как вы видите. Вот. Интересная игра, интересно, достаточно круто сделано. И вот, наконец, нам показывают наших персонажей. Это, как понимаю, мы можем рассмотреть различные штуки, которые у нас есть. Ну, давайте нажмем комбо, что тут будет у нас. Так. Это карта мира, как я понимаю. Это на комбо этих врагов, которые я уничтожил. Что я могу делать? Достаточно тут замудренно сделано. Ну, я слишком уж разбираться в ней не буду. Оставлю вам это. Вы попробуйте, посмотрите. Ее наверняка игра понравится, если вам нравится такой жанр. Давайте подождем еще. Я подольше обзор сделаю, чтобы, вот сказать, вам интересно было. Все-таки ролевая игра. Надо подольше делать обзор по данной игре. Прикольная игра. Вот так, видите, постоянно нужен доступ в интернет, не забывайте. Вот опять куда-то мы попались на какой-то другой уровень. Так. Вот теперь я могу использовать моих... То есть, как понимаю, за меня управляет компьютер моим напарником.
Вот. Вот таким образом у нас происходит геймплей в данной игре. Ну, в любом случае, нравится, скачивайте. С вами был Android. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.